железная дорога немножко чуть продвинутая в данной ситуации, да. Почему? Потому что работа по видеонаблюдению, по, скажем так, рассмотрению или выявлению случаев какого-то негативного воздействия на работу железнодорожного транспорта, она уже, ну, наверное, рассматривается, если сказать, лет 10, наверное, соврал. Поэтому так, чтобы прояснить ситуацию, можно ее разделить на две части. Это подвижной состав и инфраструктура. То, что касается инфраструктуры и то, что относится к пассажирским перевозкам, в частности, к пригородным сообщениям, сегодня мы проводим эксперимент по главному ходу, это Санкт-Петербург-Москва, по оборудованию всех остановочных пунктов кнопками тревожной, скажем так, ну, сигнализации помощи, да, необходимой и справочной. Она завязывается на центральный пункт, который работает и по Санкт-Петербургу. То есть мы привели, скажем так, привязались к общей системе, которая сегодня образовывается в городе, которая начинает работать. То есть в данной ситуации, наверное, немножко дойдут в сторону, надо рассматривать сегодня и систему видеонаблюдения, и системы оповещения какого-то, да, не только со стороны пассажиров, но, наверное, может быть, даже и в другую сторону, как общее целое, да, потому что, безусловно, очень важны человеческие жизни, очень важны ситуации по разборам ДТП, по разборам падений, там, зажатия и так далее и тому подобное, но, наверное, во главе угла должна стоять все-таки общая безопасность не только пассажиров, но и горожан, которые находятся рядом с нашим транспортом. Вот. То, что касается подвижного состава, с подвижным составом у нас, наверное, ситуация такая же, как и у коллег на автомобильном транспорте. В чем идентичность? Это в том, наверное, что наши системы, они все автономные. Да, не весь подвижной состав оборудован на сегодня видеонаблюдением. Ну, здесь причин, наверное, глобальных две. Это, во-первых, старый подвижной состав, который сегодня имеется у железной дороги. Ну, так, чтобы никого не пугать, да, средний возраст подвижного состава превышает 25 лет. Безусловно, есть хода, на которых используется только новый подвижной состав. Это Санкт-Петербург-Москва и Санкт-Петербург-Выборг. В этих поездах там, ну, поезда постройки последних 10 лет, они уже идут с видеонаблюдением, поэтому там как бы все хорошо, ну, как бы, да, потому что та же проблема с накоплением видеоинформации, та же проблема с ее считыванием, та же проблема, наверное, с ее хранением. Вот, поэтому необходим, наверное, какой-то единый центр, да, может быть, это Фрунзенское, но надо понимать, что сервисные хранилища, они должны быть, наверное, очень емкими, потому что если с каждого автобуса, с каждого вагона, у нас в вагоне стоит по 4 видеокамеры сегодня, да, вообще планируем поставить минимум 6, всю эту информацию сносить в какое-то одно хранилище, ну, здесь есть над чем подумать и над чем поработать. Вот, поэтому вопрос, конечно, очень интересный, очень актуальный в настоящее время, но требует, наверное, все-таки серьезной, внимательной проработки. И, наверное, я соглашусь с коллегами о том, что это единая задача, да, для всех. И здесь необходимо все-таки участие, наверное, в городе. Ну, не потянуть нам обеспечение там видеонаблюдения. Самим это очень тяжело. Тем более, что у нас все слышали, да, какая ситуация с пригородными железными перевозками. Поэтому огромное спасибо за приглашение, да, и надеюсь, что мы сегодня плодотворно пообщаемся мнением. Спасибо.